У мужских ног есть некоторые особенности, а у меня есть простой способ их нарисовать. С первым делом я рисую что-то похожее на трусы и из них провожу дугу, а под ней еще одну. Из них выращиваем что-то похожее на холодное оружие, и, конечно, сейчас все напоминает какой-то протест, но все равно вторую ногу я рисую точно так же. Ну а теперь время особенностей. В то время, когда у женщин эта часть бедра округлая и выпуклая, у мужчин здесь есть небольшой провал, вот прям как в моей памяти. Но с ним важно не переборщить. И чтобы мужские ноги получились по-настоящему мужскими, не стесняйтесь их разглядывать с целью определить, где находятся самые большие и выразительные мышцы. Именно их я рисую резкими и угловатыми линиями. А это наглядная разница между мужскими и женскими ногами. Что будем рисовать теперь?